Делаешь покупки на AliExpress? Пора на этом заработать. Кэшбэк-сервис letyshops.ru. 740 популярных интернет-магазинов. Удобный и простой вывод средств. Пройди по ссылке в описании и получи премиум-аккаунт. Привет, мои дорогие друзья! Представляю вам 10 автотоваров, которые позволят усовершенствовать ваш автомобиль. Дневные ходовые огни. Очень фиговые дневные ходовые огни. Это, наверное, самые плохие и ужасные ходовые огни в Китае. Хуже них я не встречал. Влагозащиты нет, грязезащиты тем более. Провода тонюсенькие. Печаль. Но светят они просто жесть. На все 10 ватт. И это при цене в 1 доллар. Есть разные цвета. Белый, желтый, красный и синий. Я сделал на таких подсветку в багажник. И теперь свет из багажника освещает ночью всю улицу. Подключать их нужно через копеечный стабилизатор, настроив его на 12,5 вольт. Тогда они проработают очень долго. За полгода эксплуатации тускнее они у меня не стали. Видеорегистратор. Мне непонятно, почему автопроизводители до сих пор не встраивают видеорегистраторы в базовую комплектацию всех автомобилей. Этот регистратор устанавливается в самое неприметное место – за зеркало. Он не будет закрывать вам обзор и мешать. А провод питания от него можно прокинуть за обшивкой потолка. Подключиться к нему и посмотреть видео и настроить можно через Wi-Fi с телефона. В комплекте идет набор проводов для правильного подключения в панель предохранителей. Поворотники. На большинстве машин боковой поворотник похож на прыщик и очень убог, но вы можете легко его заменить на современный светодиодный поворотник. Для этого нужно вынуть старый и наклеить новый, подключив провод питания. Время на замену составит всего полчаса, и ваша машина приобретет совершенно другой вид. Стробоскоп для тормоза. На дорогих машинах центральный тормозной сигнал зажигается, моргая. Тем самым он повышает бдительность водителей, едущих за вами. С помощью этого маленького герметичного контроллера можно заиметь себе такой же моргающий тормозной сигнал. Достаточно просто поставить его в разрыв цепи питания центрального стоп-сигнала, и он начнет работать. Дудочка. Простой 17-дюймовый музыкальный инструмент. Ну, на таких обычно грузовики и тепловозы любят играть. Супер бас на 150 дБ. В общем, идеальная приблуда против слепых чайников на дороге. Ну и девчонок можно попугать. Потребляемый ток достигает 10-15 ампер. Поэтому дудочку нужно подключать через реле с питанием от аккумулятора. Тубзик. У многих водителей в больших городах уже вошло в привычку посещать туалет перед поездкой. Но если у вас нет такой привычки или вам внезапно приспичит, то этот одноразовый туалет спасет вас и ваших близких в глухой пробке мегаполиса. И не придется метить колесо чужой машины. В комплекте сразу 4 спасательных пакета. Накидка на сидушку. Детишечки, сидя на задних креслах, очень любят упираться своей уличной обувью в передние спинки сидений. Их прет от этого, и они пачкают спинки мгновенно. Поэтому на кресло нужно надеть клеенку. Ее можно сразу протереть, если затопчут. И кресла останутся чистыми. Мусорка. Если в вашей машине пустует подстаканник, то эта маленькая мусорная ведерко с удовольствием займет эту нишу. Отличное решение проблемы мелкого мусора в машине. Но и его тоже придется выносить. Колпачки. Бродя по AliExpress, я наткнулся на целый магазин различных колпачков для колес. Тут их десятки разных, всякие короны, доллары, смайлики, звездочки, гранаты. Но больше всего мне понравились черепки. Есть черные и серебристые. В этом же магазине к ним можно сразу взять пару наклеек черепов на бампер и крышку багажника. Тестер тормозухи. Не любите менять тормозуху в машине? Я тоже. Но тормозуха очень гидроскопична. Она впитывает в себя пары воды из воздуха и за пару лет набирает воды столько, что температура кипения тормозной жидкости уменьшается с 260 градусов до всего каких-то 150. Это приводит не только к коррозии, но и к увеличению вероятности закипания тормозной системы на длительных спусках. А это уже очень опасно. С этим тестером вы всегда будете в курсе, пора менять тормозную жидкость или еще можно поездить. Ну и качество новое можно сразу проверить. Ссылки на все товары и 7% скидку я оставлю внизу под видео в описании.